Тем, кто уже не первый год в зоне СВО, был передан гуманитарный груз и поздравления от земляков. В его формировании приняли участие неравнодушные жители Верхневолжья. Массу необходимых вещей бойцам батальона «Волга» удалось передать в преддверии Дня танкиста. Военнослужащим переданы ноутбуки, коммутаторы, система сброса груза, противодронные, ружья, радиостанции, аккумуляторные батареи, шлемофоны, маскировочные сети, камеры видеонаблюдения и тепловизоры и многое другое. Это бьется, да? От имени главы региона поздравления с Днем танкиста. Благодарность военнослужащим за беззаветное служение Родине передали заместитель председателя правительства Тверской области Владислав Белорусов и глава Бельского муниципального округа Вадим Сивицкий, который, пройдя чеченскую кампанию в составе спецподразделений, не понаслышке знает, что такое отстаивать интересы страны. Не сомневаюсь, что мужество и профессионализм военнослужащих и специалистов танковых войск будут и впредь служить надежной броней для нашей любимой Родины. Бойцам также были переданы их портреты, нарисованы Майей Седовой, вдовой кавалера ордена мужества Олега Седова, погибшего в ходе специальной военной операции. В свою очередь, танкисты поблагодарили губернатора и всех жителей Верхневолжья за поддержку. От всего 2-го батальона нашего Тверского большое вам спасибо. Низкий вам поклон, правда. Спасибо за вашу работу. Игорь Михайлович, уважаемый, ваша помощь очень нужна, необходима. И победа будет за нами. Я являюсь жителем Нижнего Новгорода и Тверскую помощь очень ценю. Спасибо вам. Добавим, накануне дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков военнослужащие батальона «Волга» в Донецке возложили цветы к монументу «Твоим освободителям Донбасс», а также почтили минуты молчания память павших дедов и прадедов, отстоявших родную землю у фашистов.